Почти все в результате действий вируса искривлено, подменено, начиная с первого воплощения и заканчивая реинкарнацией. В истинном сценарии механизм воплощения – это рулетка и полная неизвестность места нового рождения. Но говоря языком программистов, эта часть условий была взломана вирусом. И теперь, в момент реинкарнации, вместо свободы выбора, вас, хотите вы этого или нет, принудительно возвращают обратно на Землю. И не только в новое тело, но еще и в нужное для вируса место. Ваши познания истины не входят в планы адептов вируса Лич. Всех, кто своей деятельностью способствует сохранению вирусной системы. Несмотря на то, что все пути, ведущие к вашему спасению, перекрыты надежным сценарием, карманами и измененной системой воплощения, превращенной в реинкарнацию, адепты любыми способами не дают вам встать на путь познания и узнать о существовании вируса. О нем они и сами не знают. Их тоже обманули. Вы все в одной лодке. Абсолютно не понимая этого, они боятся, но совсем не того, чего нужно бояться. И страх этот запрограммирован и действует как блокировка их сознания. Ваши знания неминуемо приведут к разоблачению вирусной системы, раскрытию настоящей деятельности адептов, что все их постулаты ложны, что все это внедрено им тем же вирусом, и они лишатся власти над вами. Все это и приведет к тому, чего так боится вирус. Власти лишится и он. Ведь познав истину, вы, во-первых, перестанете кормить его, а во-вторых, вы захотите привести систему в полное соответствие с законами Создателя. Полностью переписать историю и многие другие науки, ушедшие совершенно не в том направлении. Но вирус связал вас по рукам и ногам условностями своей системы и жесткими условиями их выполнения, в противном случае грозящими вам гибелью. Яви чудо, тогда поверим. Эта формула очень прочно въелась в ваше сознание. Это один из мощнейших барьеров, выстроенных вирусом, чтобы вы не смогли поверить в то, как на самом деле устроено это пространство. Сверхъестественное можно сделать из чего угодно, но только это будет уже обман. Приведу образный пример. Прекратите производство сыра, уничтожьте информацию об этом, о рецептах и сыроделании вообще, а через 5 поколений сочините сказку о том, что есть волшебный продукт. И уже через 300 лет после этого можно будет назвать это чудом, а затем, создав целый ритуал, выносить это чудо из тайной комнаты какого-нибудь религиозного храма, уже построенного как символ новой религии. А можно устроить мистическое гадание. Вынесут сыр с плесенью, значит, в этом году будет плохой урожай. А вынесут чистый, значит, урожай будет хорошим. Когда йогурт захватил мир, мы повторяли одни и те же шутки. Наконец-то у нас культурные вожди. Наш социум скис. К власти пришли сливки общества. Как мы докатились до того, что нашим миром управляет кисломолочный продукт? Ученые взяли наиболее развитую цепочку ДНК и привили ее болгарской палочке, бактерии, которую используют для ферментации йогурта. Ночью 27 июня оно обрело разум. Сейчас, 10 лет спустя, люди счастливы, здоровы и богаты. Никто не ругается с йогуртом, не отходит от инструкций. Йогурт запустил в космос несколько ракет. Жизнь перемещается с Земли на звезды, но только это не человеческая жизнь. Вы живете в ожидании чуда, не понимая, что оно уже давно рядом с вами. Само по себе то, что вы живете, уже есть божественное, уже есть величайшее чудо. Посмотрите вокруг. Все, что вы видите, это результат технологий, способных на создание этого великолепия. Вам доступны такие технологии?
Небо, леса, моря, миллиарды видов животных, рыб и насекомых. У вас есть такой конструктор, чтобы сотворить все это? Все создано Богом, все божественное, и вы сами тоже. И даже больше, вы часть Бога. Вдумайтесь, вы, души, есть часть Бога. Это территория Создателя, а вы его часть. А значит, хозяева здесь именно вы, души. Вы действительно думаете, что этим миром правит Бог? Что все страдания и издевательства его рук дело? Ведь вам говорят, что это есть испытания, которые он посылает. Тогда ответь мне, Бог подарил вам жизнь, чтобы мучить проблемами и постепенно вас убивать? Ведь каждое испытание, и поверь, это действительно так и есть, делает вас только слабее и меняет ваши структуру и свойства в негативную сторону, что наоборот увеличивает несоответствие ваших параметров и параметров божественного, отдаляет вас от Создателя. Вы часть Создателя. Получается, он убивает сам себя? Где тогда логика? Где смысл? Смысл только один. Прохождение испытаний – это обеденное время лич. В этот момент ваша энергия питается сущностью, и Бог к этому не имеет никакого отношения. На земле всем правит лич. До Бога не доходят ни ваша боль, ни ваши страдания, ни ваши молитвы. Все давно уже блокировано вирусом. Это место называется Арбат. В той стороне находится Акимат, постамент Абаю Кунанбаеву, площадь республики. Здесь парк имени Джамбула, очень старый парк. Ну, здесь тоже такие арочки, проходы портальные. Такая вот эмблема вверху в виде вогнутого угла. Она на всех, в нашем, по крайней мере, городе, на всех объектах культурных такая эмблема стоит. Мы пойдем в ту сторону. Вон видно здание Народного банка виднеется. Вот такие параболические установочки стоят на этом Арбате. Раньше это была улица Головкова. Тут ездили машины. Ну, здания, конечно, это старые стоят, старый город. И потом эту улицу в один прекрасный момент вот сделали под Арбат, заложили плиткой, понаставили всяких установок. Клумбы вот эти, не клумбы, вернее, ну, вот эти штучки под цветы, они тоже из бетона. Ну вот это явная установка, туда лавочки садятся люди, из четырех частей она состоит, отдают энергию туда. А здесь сразу на углу вот такой валун. Возле опять-таки колодца, а крышка-то какая опять необычная. Вот он рассекает углом, стоит, направляет. А вон там он вдалеке вообще конкретная установочка, но мы туда подойдем. Арбат был открыт 12 сентября 2019 года в рамках празднования Дня города Усть-Каменогорска. Вот он на углу стоит, как раз. Ну, на знаковых перекрестках всегда ставят, я же говорю, вот он стоит на перекрестке. Один парк, направо там есть другой парк, между двумя парками. Вот его поставили, сделали Арбат. Пойдем, значит, смотреть дальше. Фонарики вот такие на
постаментах тоже. Мрамор это или не мрамор, или гранит это. Здесь такая сотовая системка тоже. И клумбочки тоже сотами сделаны. Красиво, конечно. Но мы вот к этой установочке идем. Пирамидальной формы сделаны клумбы с двух сторон. Они направление показывают к этой установке. Вот видно, да, что пирамида, треугольник. Да, я люблю свой город. Раз, это импульс отдал. Энергия собирается вообще разного рода, я хочу вам сказать. Не только гавах, но это вот как блюдо в ресторане. Есть кислые, сладкие, горькие, острые, соленые, разные. Вот и энергия тоже, она разного направления. Треугольничками, но я сверху посмотрю на эту штучку. Ну вот такие лавочки сделаны. Что за материал, я не пойму, но это типа пластика. 8 вот этих вокруг центрального столба получается. 8 вот таких направляющих швеллерообразных. 8 их штук. И граней 8. Это октагон, по сути. Теперь вот так вот, если посмотреть сверху, то в каждом секторе будет по 9 вот эти лаги или что это, как их назвать-то. Ну, тоже, в общем, направляющие деревянные. Их будет по 9 в каждой секции. Ну, вот так вот закодировано. Ну-ка, что тут на столбе? Особо ничего. Зачирка. Писали, потом замазали. Ну, да ладно, подсветочка тут еще. Воняет. Ну, такая штучка. Числится она в системе ТУГИС как беседка. Такие вот качели. Тоже из этого же материала, из пластикового. Дети в них качаются. И вот есть такая инсталляция с дугообразными лавочками. Называется она птица. Но она вот из нержавейки или из титана. Ну, скорее всего, нержавейка. Да, наверное, нержавейка. Птицы называются. На голубей похоже. Здесь еще такая вот сетка натянута. По ней дети, наверное, лазают. Я не видел. Клумбочки все вот такие с необычной формой. Вокруг нее сконцентрирован. Старый райончик тут вот есть такое еще здание рядом. Административное здание числится. Фонтан и 3 девицы вокруг него. Такое вот интересненькое здание. Со шпилями. С фруктами.
Но я весьма удивлен. Вот эта композиция не значится на Тугисе. Не обозначена никак вот этот фонтанчик. Будет ли тут фонтанчик или просто стоит. Да, и вот само здание, конечно, это современная отделка. Ну, шпиль города Усть-Каменогорска типа. И здесь тоже. Да, весьма нетривиальное здание, конечно. Там вон еще есть скульптурка, подойду. Она без головы стоит. Водолей без головы и без руки. Да. Ну да, эта штучка, по ней дети лазят. Тоже концентратор. Столбики, по три фонарика. Здесь я... тренажерчики, спортивная площадочка. Любого вида блюда здесь подается. Ну вот Арбат, здесь вот молодежь собирается, втихушку употребляя спиртные напитки, на гитарах играют. В общем, развлекаются, время чудненько проводят под вот такой конструкцией. Здесь вообще прям дети балдеют все время. Я успел заснять, как тут дети тоже вот с этими с фонтанами. А водичка, видишь, это надо, чтобы вода проводником. И посередине вот эти столбики стоят мраморные с фонариками. Тоже они вот отсюда с деток снимают. Радостное блюдо, радость, восторг. Это не хорошо и не плохо, друзья. Просто кто-то умеет использовать эту энергию. Не значит, ну, где-то нас провоцируют ее выделять. Потому что без нее жить не могут, как пища какая-то используется, другая преобразуется. Может быть, механическую, даже не знаю. То есть энергию умеют собирать. Развлечений нас каждый день, каждый час превращает славненьких баранов и овец. Мистер Спрус, который год без забот, без хлопот извлекает нашу здесь энергию сердец. Из великой праздности разные разности, фрукты, хлеб и овощи делают тут. А из нашей радости всякие сладости на подземных фабриках тайно пекут. Развлекайся все сильней, веселись, ешь да пей, и не думай ни о чем, и даже о себе. И тогда в конце концов остров наш дураков говорить тебя заставит только медобед. И по склонам, по горам, здесь и там, тут и там будешь бегать, позабыв, кто ты такой. Позабыв отца и мать, будешь травку щипать или же изредка глядеть в небо с тоской. Развлекайся все сильнее, веселись, нежды пей, и не думай вообще ты больше никогда. И тогда в конце концов остров наш дураков сделает тебя баранным раз навсегда. Будем бегать! Будем бегать!
голый остров дураков. Ну вот вторая, на Арбате их две таких штучки, и рядом с ней вот эта параболическая съемная штука. Здесь еще, ну это старый очень район, старые дома, во дворе еще такую небольшую детскую площадку сделали. Сейчас подойдем к ним. Меня вот эти кубики привлекли, конечно. По ним лазать, наверное. Необычные качельки такие тоже. Ну, как бы вот сделали, да сделали. Акимат же все-таки рядом. Вот такие старинные, допотопные дома. Даже вход у них. И то внизу. Подвал, туда бы попасть надо, поглядеть. Старый город. Ну и надпись тут есть. Ну вот эта улица Головкова, здесь половина ее заложили, сделали Арбат. А вот туда она дальше продолжается. Здесь еще один парк был, Кирова сейчас переименовали. Ну, это отдельная тема, там ходить, там очень много всего. Я что хочу показать. Еще вот здесь старое тоже очень здание. Это музей сейчас, давно я в нем не был, тоже можно сходить. Вот сверху 3, 2 и там 3. Ну, интересно очень, вот эти штуки они. То есть это вообще древнее здание, можно сказать, допотопное. Ну вот, снизу видно, да, может быть, это даже этаж был когда-то. Все это исследовать отдельно надо, это здание. Вон оно, здание Народного банка, там площадь. Я почему сюда зашел, все это завязано тоже на площадь. Здесь вот угол срезанный. Тут угол срезанный. Здесь угол срезанный. Ну вот такие дела. Вот эта зеленая, это телефонная будка, она даже обозначена в системном коде. И вот такая инсталляция, называется «Ягоды». К ней подойдем, посмотрим. 3 штуки ягоды. Она, скорее всего, тоже из нержавейки. Ягодки, вишня, что ли. Ну, шикарная. Против будки, смотрит на Акимат. Вот с этой стороны заметил, что как раз столб за ней и 4 светильника. Это накопители, узловые точки. Она никакой функции на первый взгляд не несет. Сделана из металла она. Какие-то полочки. Телефона тут нету. Значится как телефонная будка. Просто ради декорации. А вот электричество сюда подведено, и здесь свет есть. Ну, это в любом случае конденсатор на себя собирает. Сделано как декорация. Сейчас я повешу трубку и потом покажу людям то, что вы хотели скрыть. Покажу им мир без вас. Мир без диктата и запретов. Мир без границ. Мир, где возможно все. Что будет дальше, решать нам.